Хара съели собаку на BMX-ах, причем не одну, а много собак. И именно поэтому велам от Хара, даже бюджетным, можно доверять. За долгую историю компания прошла большой путь, причем сам изобретатель велосипедов Хара активно катал на BMX и был первооткрывателем дисциплины. Теперь по модели это годный экземпляр на стальной раме с жесткой вилкой, втулками начального любительского класса. Установлены тормоза, но это больше для новичков. Более продвинутым ребятам едва ли они пригодятся. Так что можно снять для экономии веса, тем более, что весит он много. Радует, что система тут не кочерга, а вполне себе нормальные шатуны. Каретка так вполне надежна. Любительского уровня, но по общей классификации велосипед остался лишь начального уровня. Слишком много простеньких компонентов.